Вы в курсе, что в Сочи более 600 детей живут без родительского тепла и материнской ласки? Не все считают, что дети – это цветы жизни. Здравствуйте, я Инга Габеша, это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Брошенные дети – это одна из главных проблем нашего государства. И об этой проблеме мы поговорим с начальником управления по вопросам семьи и детства администрации города Сочи Нонной Кардава. Здравствуйте, Нонна Григорьевна. Правдивая ли эта цифра – более 600? На самом деле на учете в нашем управлении более 1000 человек. Но из них 434 человека усыновлены уже. И поэтому мы с вами будем считать, что да, действительно более 600, потому что это дети, которые находятся под опекой. Они живут без родителей, но живут в приемных семьях с приемными родителями. Ваше управление в основном занимается, да, вопросами сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Скажите, много ли сегодня желающих вот, взять в семью ребенка из детского дома? Да, достаточно много. Я могу с гордостью сказать, что сочинцы люди очень теплые и очень переживающие о детях, поэтому у нас всегда есть желающие взять детей в семьи. Ну, другое дело, что бывают разные причины, по которым кто-то отказывается. Но вот на данный момент у нас почти более 70 человек, 74 человека, которые стоят на очереди. А сколько же деток, которые ждут вот своих родителей, которые... На самом деле ежегодно мы выявляем более 120 детей. Ежегодно. Это дети разного возраста и по разным причинам оставшиеся без попечения родителей. Сегодня маленьких совсем детей... Нет. Ну вот, например, в доме ребенка 26 человек, у которых нет родителей. В основном это, к сожалению, дети с патологией. А в роддоме у нас детей практически нет, потому что они уходят очень быстро, и люди, которые стоят в очереди, с удовольствием берут детей и помогают им, и становятся их родителями. То есть цифра с годами увеличивается или уменьшается? Она вот в основном остается вот такой, 120-130 человек каждый год. Ну, причины разные. Это могут быть родители, которые не исполняют своих... Это могут быть дети из семей, где родители не исполняют своих родительских обязанностей, и поэтому они остаются без попечения. То есть это социальные сироты. Это могут быть дети, от которых отказались родители в роддоме. Это сироты круглые. Вот. Ну, в принципе, вот их 130 человек. В основном все эти дети уходят в семьи, более 70%. Часть из них уходит, конечно, к сожалению, в детские дома и в лечебные учреждения. Довольно часто матери бросают детей с умственными, да, или физическими отклонениями, да. с патологией. Вот в доме ребенка много таких деток с недостатками именно? В основном наш дом ребенка специализированный, и там дети, конечно же, с патологиями. Да. Те дети, которые здоровые, не задерживаются практически в детском доме. Но здесь есть несколько причин. Родители иногда понимают, что они физически не смогут вытянуть такого ребенка. Есть такие мотивы даже. И говорят, что, наверное, им будет лучше в другой семье или в детском доме, где государство будет оказывать им полную поддержку. Это, конечно, не оправдание далеко ни для кого из родителей. И я поэтому вот поклон всем тем родителям, которые не оставляют своих детей, которые до конца за них борются и добиваются иногда колоссальных успехов. И те же приемные родители, взяв... И те же приемные родители. У нас есть такие люди, которые берут и детей-инвалидов, и мы очень благодарны им за это. Да, справляются. Государственная поддержка здесь достаточно большая. В общем, выплата на ребенка-инвалида составляет 15 тысяч в месяц. Ну и есть еще пособие для... Не пособие, а заработная плата для родителей, если это приемная семья. И поэтому, ну, в районе где-то 20-25 тысяч, если учесть еще пенсию по потере кормильца, они получают в месяц. У нас в городе работает школа приемных родителей. Теперь все усыновители, да, обязаны пройти этот курс обучения. Почему возникла необходимость в таком учреждении? Вот, чему там учат или, может быть, о чем предупреждают? Ну, зачастую люди, которые готовы уже внутренне, им кажется, взять в семью ребенка, на самом деле не подготовлены юридически и психологически. Они не понимают, что, вы знаете, вот сидит такая червинка внутри каждого человека. Ну вот как там генетически этот ребенок будет развиваться и что мы потом в результате получим.
И школа приемных родителей как раз направлена на то, чтобы научить родителей заниматься детьми. Когда ты готовишься к тому, что у тебя ребенок появится в течение 9 месяцев, ты себя готовишь к этому, что-то читаешь и так далее, наверное, это чуть полегче. Ну, потом есть люди, которые помогают тебе в этом все время. Это как бы один вопрос, и мама немножко по-другому готова. А когда ты берешь ребенка из другой семьи, оставленного кем-то, страх этот всегда существует. Я разговариваю очень часто и много с людьми, которые готовы взять детей в семью, и понимаю, что это так. Поэтому в школе приемных родителей в первую очередь их учат, настраивают психологически и учат всем тем нюансам, которые могут у них встретиться на пути. Мы, конечно же, их не оставляем, мы сопровождаем этих родителей. Если какие-то проблемы возникают, то мы, безусловно, помогаем всем, чем можем. Но а школа приемных родителей – это не просто школа, которая полтора месяца отучила, дала удостоверение и забыла. Это школа, которая может сопровождать родителей вместе с детьми в течение, ну, хоть всей жизни, до 18-летнего возраста. Поэтому мы очень рады тому, что школа приемных родителей существует. Это краевая структура, которая существует в нашем городе. И там работают люди, которым мы очень благодарны за то, что они готовят наших усыновителей. То есть, если даже родители, взяв ребенка, потом разочаровываются или понимают, что они не справляются и готовы вернуть ребенка, то есть специалисты, психологи этого центра даже могут помочь отговорить? Да, ну, во-первых, мы все работаем на то, чтобы семью сохранить, потому что для ребенка травма, вы знаете, иногда, ну, я в основном всегда говорю, что даже ребенок только что рожденный, понимает, что его оставили. Он чувствует это на таком уровне, о котором, может быть, мы с вами не догадываемся. И когда мы ребенка еще раз оставляем, да, это трагедия страшная. Она может закончиться, ну, разными вариациями. Ребенок может стать и преступником, и озлобиться, ну и так далее. Поэтому, конечно, мы все работаем только на то, чтобы сохранить. А в чем суть господдержки вот, приемным семьям, опекунам? Всем категориям. Ну, первое, что можно отметить, это ежемесячные выплаты опекаемым детям, приемным родителям и приемным детям. Дальше, это единовременные выплаты усыновителям. Это выплаты через 3 года. Каждый усыновитель получает еще одну единовременную выплату. Она практически равна материнскому капиталу. Если это ребенок-инвалид, как я уже сказала, это ежемесячная поддержка вот, в размере 15 тысяч и выше рублей. Вот. То есть государство не оставляет таких детей. Безусловно, эти дети пользуются специальными поддержками вот в области здравоохранения. Например, у нас обязательно диспансеризация таких детей, то есть мы проверяем здоровье. Ну и в школах, конечно же, там, если эта семья нуждается, то школы оказывают поддержку и в питании, и в принципе в основном не оставляют этих детей. А есть ли случаи, когда вот у дочери в одного ребенка эти же родители приходят за вторым или третьим, возможно? Есть. И не один, и не два. У нас достаточно много родителей, которые приходят за другими детьми. Мы их всегда ставим в очередь, говорят, подождите, когда другие еще возьмут. То есть на самом деле сочинцы с удовольствием берут детей. У нас уже много таких детей. Я очень рада, что они растут все здоровыми, красивыми, умными, обеспеченными лаской родительской и всем остальным. А что касается культуры так называемого международного усыновления, вот этой культуре уже 60 лет, вот есть ли случаи у нас в городе, вообще есть такая практика? За последние 3 года такой практики у нас в городе нет. Иностранных усыновлений у нас нет. Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что наших детей не оставляют наши сочинцы. И у нас очень много, кстати, людей, которые приезжают из других регионов и Краснодарского края. И поэтому у нас нет такой необходимости передавать ребенка на усыновление за границу, когда у нас есть свои люди, которые с удовольствием их воспитывают. У нас в городе реализуется краевая целевая программа «Дети Кубани», одна из задач которой – это снижение семейного неблагополучия. Вот какая работа ведется в этом направлении? Ведь помимо детей-сирот, есть и дети, которые живут с родными родителями, ну, например, алкоголиками. В рамках программы «Дети Кубани» у нас организовано оздоровление, летний отдых оздоровления детей. Это и дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, родители которых находятся в трудной жизненной ситуации, и дети из неблагополучных семей. То есть в первую очередь все льготы по организации летнего отдыха и оздоровления направлены на эту категорию детей. Конечно, это не освобождает их родителей от ответственности. Они обязаны воспитывать своих детей, обязаны организовать им и досуг, и заботу о них. И здесь эта ответственность, она с них не снимается.
Что касается оздоровления детей, у нас предоставляются путевки в санатории. Эти санатории расположены на территории Краснодарского края, в городе Сочи. Отдыхают дети летом, отдыхают дети осенью и весной. Мы в этом году ждем, когда будут нам предоставлены путевки. Они предоставляются в рамках целевой программы «Дети Кубани» из края. И потом реализуются уже у нас здесь. Путевки совершенно бесплатные. И запись на то, чтобы получить эти путевки, проводится в нашем управлении и почти, практически ежедневно. У нас организуется летний отдых в школах в рамках этой программы. Обеспечиваются дети питанием в летнее время, обеспечиваются различными развлекательными мероприятиями. И, в общем-то, эта программа как раз направлена на то, чтобы неблагополучие преодолеть. В рамках целевой программы «Дети Кубани» осуществляется поддержка детей, которые достигают 18-летнего возраста. Это лица из детей, из числа детей-сирот. Ну, например, им оказывается поддержка в приватизации их жилья. Mm-hmm. Государство выделяет определенную сумму для приватизации жилья, и они могут ею воспользоваться по их заявке. И также в рамках программы «Дети Кубани» осуществляется приобретение жилья детям-сиротам. Mm-hmm. Выделяются ежегодно средства на приобретение жилья. Затем разыгрываются торги, и в рамках законодательства это жилье приобретается. В нашем городе более 100 детей получили квартиры. Если вернуться к теме неблагополучных семей, да, вот где та грань, когда вы принимаете решение, что ребенку лучше будет в доме ребенка, нежели в родной семье? На самом деле грань эту очень сложно определить. И мы боремся за семью до конца. Но вы увидите, если обратиться к цифрам, вот из 70 с лишним детей, которые остались без родителей в результате лишения родительских прав их родителей, только 16, по которым мы вышли в суд. Остальные это или родители сами решали, лишали другого родителя, или опекуны лишали. Какая грань? Когда мы понимаем, что родитель не принимает никаких мер к тому, чтобы воспитывать своего ребенка. И когда его ребенку, жизни ребенка угрожает опасность, вот в этом случае мы это решение принимаем. Решение принимается очень трудно, комиссионно. И на самом деле мы не сторонники этого решения. Очень ждем законодательства, в рамках которого только по решению суда будут отбираться дети. Но бывают такие случаи, когда мы забираем ребенка, привозим его, у нас вот здесь только инфекционная больница, и ждем. Если мама с папой пришли на второй день или на третий, или через неделю, он у нас 21 день находится там, потому что анализы надо все сдать для того, чтобы отправить его в учреждение. Мы с удовольствием отдаем. Семья ставится на учет, она ставится еще до того, как мы отобрали. И отслеживаются все уже моменты, которые у них в семье получается. Не знаю, как даже. Тут очень сложная ситуация. Ну, скажем, случаи, когда у родителей психическое отклонение какое-то. Mm-hmm. Есть справка о том, что он в ПНД, и действительно числится в ПНД, лечится в ПНД. И действительно, ребенку может угрожать опасность. Mm-hmm. Но прежде чем мы принимаем решение о лишении родительских прав, у нас есть предупредительная мера. Mm-hmm. Ограничение в родительских правах на 6 месяцев. Угу. В течение 6 месяцев родители могут принять меры для того, чтобы вылечиться, принять меры для того, чтобы изменить все, что у них есть в быту. У нас такие семьи есть. Мы в прошлом году 10 детей вернули в семьи. Угу. Мы только с радостью. Даже если ребенок находится в детском доме или в приемной семье, мы обязательно делаем все для того, чтобы вернуть этого ребенка, если родитель действительно уже к этому готов. Mm-hmm. Потому что дети любят своих родителей. Любят любых. И очень скучают по ним. У нас есть такие дети, которые, ну, к сожалению, брошены родителями, употребляющими наркотические вещества, и не вспоминаются ими. Mm-hmm. Но сами дети очень хотят вернуться к родителям. Поэтому я призываю всех родителей любить своих детей и не оставлять их. Вот на данный момент много ли в доме ребенка таких детей, чьи родители не лишены родительских прав? И родители могут их навещать в этот период? Да, есть такая форма у нас, устройство временного детей, когда у родителей какая-то трудная жизненная ситуация.
Очень часто, к сожалению, бывает так, что отец бросает своего ребенка, мать не может воспитывать ребенка, потому что она не может содержать его, ей надо работать, а ребенок остается один без присмотра. В этом случае они могут обратиться в дом ребенка, мы делаем соглашение между домом ребенка, нами и этим родителем, и временно помещаем этого ребенка на полгода, на год, разные бывают случаи. В таком случае мама не просто может, она обязана навещать ребенка, потому что по истечении срока пребывания ребенка в этом учреждении мы принимаем решение о передаче ребенка снова в семью именно на основании того, что мама посещала ребенка, интересовалась им и так далее. У нас есть вообще очень большая проблема в том, что как-то так сейчас в моду вошло, родители не поддерживают друг друга. Если случился развод или ссора между родителями, один из родителей другого в воспитании ребенка практически не поддерживает. И очень часто, к сожалению, прям хочу это сказать обязательно, очень часто, к сожалению, их борьба друг с другом выливается в то, что ребенок остается без обоих родителей, потому что они заняты только собой. И вот это несчастье, которое случается с этим ребенком, оно действительно практически неразрешимо. Мы представляем интересы таких детей в судах и определяем место жительства ребенка. И, честно говоря, это трагедия наблюдать за тем, как взрослые люди, пользуясь тем, что у них есть ребенок, ну, мстят друг другу. Поэтому случаи вот неисполнения родительских обязанностей очень разные. Например, невыплата алиментов – это тоже неисполнение родительских обязанностей. И это сейчас трагедия и драма для очень многих семей. Просто бросают и просто забывают о них. Считают, что алименты они не могут выплачивать, потому что там мама такая нехорошая или папа такой нехороший. На самом деле забывают, что эти алименты выплачиваются детям. Чаще оставляют детей, конечно, в младенческом возрасте, да? И вот наши так называемые окна жизни, бэби-боксы, работают ли они в Сочи? Да. Оставляют там детей? Ну, слава богу, что мало. У нас было оставлено таким образом только 3 ребенка. Но бэби-боксы работают. И вообще, вы знаете, ну, наверное, лучше, чтобы мама оставила ребенка, если она понимает, что она не может ему оказать там, или воспитывать его, если она не может, чем бросила его там в мусорный ящик или еще. Такие тоже случаи бывают. Поэтому призываем всех, если так случилось, лучше идти в больницу, оставлять этого ребенка в бэби-бокс. Чтобы сохранить жизнь. Чтобы сохранить жизнь ребенку. Это очень важно, потому что иногда можно просто не спасти ребенка. Еще несколько лет назад людей, решившихся на усыновление, считали чуть ли не сумасшедшими. Сегодня отношение к опекунам и приемным родителям кардинально изменилось. Есть масса семей, в том числе и в нашем городе, в которых не один, а даже несколько сирот. Призвать кого-то к усыновлению, конечно же, сложно, а вот помочь детям. Не очерстветь душой могут многие. Им важно проявление любого внимания. Будьте в курсе всего того, что происходит в нашем городе. И всего вам самого доброго. Нонна Григорьевна, большое вам спасибо за беседу, за исчерпывающие ответы. Всего вам доброго. Спасибо вам огромное за интерес к нашей теме. Спасибо. До свидания.